Всем привет! И не спрятаться от осени, не скрыться. Остается только любоваться ярко-желтой опавшей листвой. Ну а о погоде на выходных расскажу прямо сейчас. В субботу утром небо будет ясным, а к вечеру скроется за облака. Днем температура воздуха составит плюс 13 градусов, а ночью опустится до плюс 2. В воскресенье, по прогнозам синоптиков, переменная облачность. Столбик термометра днем покажет плюс 13 градусов, а ночью плюс 5. Ищите сотрудников в свой штат? Начните поиск с сайта «Блокнот Воронеж». Размещайте свое объявление в разделе «Работа». Его увидят тысячи жителей нашего города на сайте и в Инстаграм. Условия размещения можно уточнить у нашего менеджера. Прямо сейчас. Телефон в описании.